На 140 гектарах растянулись посевы льна семеноводческого колхоза имени Буденного Смоленской области. Высоки здесь урожай льна, и лен – основное богатство артели. В прошлом году колхоз собрал по 7 с лишним центнеров семян с гектара. Сейчас ожидается сбор не менее 10 центнеров. За 2 года доходы артели от льноводства увеличились почти в 11 раз. Много внимания и заботы уделяют этой культуре председатель артели Головкин и агроном Волкова. Лучшие льноводы поедут в этом году в Москву на сельскохозяйственную выставку. Thank you.